развиваться дальше с Тудроидс? На самом деле, немножко не так поставлен вопрос. Я создал свою команду для того, чтобы сделать в Питере медиалигу и, естественно, дать пацанам, моим знакомым с Петербурга, залететь на МПЛ и почувствовать себя здесь, в этой атмосфере. И это не так, то, что я как бы ухожу из Тудроидс и делаю свою команду. Нет, это абсолютно не так. Я в любом случае, если на МПЛ 4 моя команда с AMP будет пересекаться с Тудроидс, я в любом случае буду играть за Тудроидс, потому что я буду своей командой CMP на МПЛ 4 как представитель, как президент клуба, можно сказать. Я, скорее всего, я не буду играть за CMP, я буду играть за Тудроидс. Боялся ли ты негативного отклика от ребят из Тудроидс, когда создавал свою команду? Как в итоге ребят из Тудроидс отнеслись к тому, что ты сделал команду?